Здравствуйте, с вами Фатима Тулпарова и прогноз погоды. Предстоящий вторник по территории Северного Кавказа продолжит перемещаться атмосферный фронт. Вытянувшись в широтном направлении, он удержит в регионе преимущественно облачную погоду с дождями, высоко в горах, переходящих в мокрый снег, а температурные показатели останутся заметно ниже положенных по климату значений. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. В Махачкале преимущественно облачно, временами дожди. Максимальная температура плюс 13, плюс 15. В Грозном малооблачно, дожди. Максимальная температура плюс 10, плюс 12. В Магасе облачно, временами дожди. Максимальная температура плюс 8, плюс 10. Во Владикавказе преимущественно облачно, временами дожди. Максимальная температура плюс 6, плюс 8. В Нальчике облачно, временами дожди. Максимальная температура плюс 8, плюс 10. В Ставрополе малооблачно, временами дожди. Максимальная температура плюс 6, плюс 8. В Пятигорске преимущественно облачно, временами дожди. Максимальная температура плюс 7, плюс 9. В Карачаево-Черкесии преимущественно облачно, временами дожди. Максимальная температура плюс 8, плюс 13, местами плюс 4, плюс 9. На курортах Карачаево-Черкесии преимущественно облачно, временами дожди, местами с мокрым снегом. Максимальная температура плюс 1, плюс 6. В Карачаевске и Усть-Джигуте облачно, временами дожди. Максимальная температура плюс 8, плюс 9. В Черкесске преимущественно облачно, временами дожди. Ветер восточный 10-13 метров в секунду, порывистый. Максимальная температура плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление будет расти и составит 717 миллиметров ртутного столба. Сегодня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. С вами была Фатима Тулпарова. До новых встреч!